Количество больных в области коронавирусом продолжает расти. Из 522 инфицированных в сутки 168 одесситов. В Одесской инфекционной больнице в тяжелом состоянии находятся более 200 пациентов. 4 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В опорных больницах Одессы свободны 147 коек. Результаты своих тестов на наличие инфекции ожидают 23 человека. От осложнений, вызванных ковидом, умерли 35 жителей области. Показатели в регионе за прошлый месяц стабилизировались. Первую дозу вакцины в прошедшие сутки получили 1967 жителей региона. Впрочем, количество желающих сделать прививку в районах области нестабильно. В Одесском облцентре общественного здоровья медленные темпы прививочной кампании связывают с состоянием здоровья пациентов и с местом их проживания относительно расположения пунктов вакцинации. Поэтому один стационарный пункт за день может сделать как 50, так и 10 прививок.